В эфире программа «Закон и порядок». Здравствуйте. Мы рассказываем о работе правоохранителей и подразделений МЧС нашей области. Более 2500 заключенных могут выйти на свободу в этом году на Витебщине по закону об амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Закон, подписанный президентом, вступил в силу. Это уже 16-й такой акт за время независимости нашего государства. Амнистия распространяется на несовершеннолетних, беременных, а также лиц, которые достигли пенсионного возраста, инвалидов, людей с серьезными заболеваниями, ветеранов боевых действий на территории других государств. При этом под амнистию попадают и несовершеннолетние, которые были осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Под настоящий закон в том числе подпадают лица, совершившие коррупционные преступления. Для них предусмотрено возможное освобождение от наказания частично на один год, либо если остаток срока наказания менее одного года, они могут полностью освобождены от наказания при наличии определенных условий. Вопрос о рассмотрении амнистии будет решаться в отношении порядка 2500 осужденных, которые отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Часть из них будет освобождена от наказания полностью, выйдут на свободу, кому-то будет сокращен срок отбывания наказания. Если проводить какие-то параллели с амнистией, исполнение которой недавно завершено в конце апреля, амнистии 2019 года, то в целом у нас по Витебской области порядка 2800 человек стали субъектами амнистии, и около 600 из них были освобождены полностью от отбывания наказания. Сократить срок или изменить наказание на более мягкое во время амнистии 2020 года в Беларуси смогут примерно для 6000 человек. Согласно закону, амнистия будет осуществляться на протяжении полугода. Завершено общественное обсуждение проекта Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Проводилось оно на правовом форуме. Документ предусматривает в том числе и новые подходы к ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Может быть введена так называемая бальная система наказаний. За каждое нарушение водителю будут насчитываться штрафные баллы. Например, 1 балл начислят за административный проступок, если штраф не превышает 10 базовых величин. Это может быть непристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем или же отсутствие техосмотра. 2 балла за значительное административное правонарушение. 3 за грубое или же совершенное повторно. Если же насобирается 10 баллов и более, водителя лишат прав на полгода. При этом наказывать рублем также не перестанут. В новой редакции уже запланировано, что водитель будет привлекаться к административной ответственности, если у него в парах выдыхаемого воздуха будет до 0,8 промилле. То есть, соответственно, за это предусмотрена ответственность, штраф в виде 100 базовых величин и лишение права управления транспортным средством на 3 года. А также, если в парах выдыхаемого воздуха более 0,8 промилле, то, соответственно, водитель будет привлечен к административной ответственности в размере штрафа 200 базовых величин и лишение права управления до 5 лет. На сайте МВД будут созданы специально личные кабинеты, в которые могут войти граждане и посмотреть, сколько им начислено и когда, за что начислялись баллы. А сейчас о ситуации на дорогах области и наиболее резонансных дорожно-транспортных происшествиях за минувшие 7 дней расскажет официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облсполкома Мария Комлева. За минувшую неделю на территории Витебской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. 7 человек, трое из которых дети, получили ранения, 2 человека погибли. В областном центре пострадала школьница. 26 мая в районе дома номер 5 на улице Баграмяна при выезде из дворовой территории 27-летний водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку. Девочку доставили в больницу. В Поставском районе 27 мая в автоаварии также пострадал ребенок. Около 8 часов вечера 22-летний водитель «Рено» не справился с управлением на автодороге «Юньки-Черенки». Машина съехала в кювет. В автомобиле находился 4-летний мальчик, который не был зафиксирован в детском удерживающем устройстве. Водитель не пострадал, а ребенка доставили в больницу. 29 мая на 13-м километре автодороги Витебск-Городок произошло дорожно-транспортное происшествие. Вблизи деревни Хайсы столкнулись Ford Fusion и Volkswagen Passat. 43-летний водитель Ford получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Водитель 1984 года рождения, управлявший второй иномаркой, не пострадал. Смертельное ДТП произошло в Поставском районе. Около 6 утра 30 мая в деревне Новоселки на улице Молодежной. 26-летний водитель, находясь за рулем Opel Vectra, не справился с управлением. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на придорожное дерево. В результате аварии водитель и 38-летний пассажир погибли на месте. Второй пассажир 1991 года рождения доставлен в больницу. Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Витебском районе. На кладбище в деревне Васюта во время подготовки места для захоронения служащие наткнулись на минометные боеприпасы. На место прибыла саперно-пиротехническая группа воинской части 5524 внутренних войск МВД Республики Беларусь. Во время обследования участка саперы обнаружили 120 минометных мин калибра 81 мм, а также 4 артиллерийских взрывателя времен Великой Отечественной войны. Как полагают специалисты, их скученность в одном месте объясняется тем, что во время войны боеприпасы были свалены в одну яму. Днем ранее, 29 мая, в лесу возле поселка Оболь при проведении лесозаготовительных работ также был найден большой склад боеприпасов. Всего было обнаружено 96 минометных мин калибра 50 мм и 7 калибра 82 мм. Весь арсенал увезли и уничтожили саперы. Витебский 19-летний парень ограбил уличного музыканта. В подземном переходе на перекрестке проспектов Московского и Черняховского вместе с другом он остановился, чтобы послушать песню, которую исполнял гитарист. Затем разговорился с музыкантом, а когда друг отошел, схватил деньги из чехла гитары и бросился бежать. По непонятным причинам потерпевший не обратился сразу в милицию. Тем не менее, оперативниками были установлены обстоятельства инцидента и задержан подозреваемый в совершении грабежа. Свои действия молодой человек объяснить не смог, оправдываясь тем, что был слишком пьян. Следователями возбуждено уголовное дело. Управление внутренних дел напоминает, что если вы стали жертвой преступников или очевидцем противоправных деяний, незамедлительно сообщайте об этом в правоохранительные органы. Постарайтесь запомнить любые детали, которые помогут раскрыть преступление по горячим следам. В Орше задержали парня, когда тот пытался слить солярку с фуры. На дело молодой человек пошел утром, подготовился основательно. Взял 3 20-литровые канистры, шланг и электропомпу. Большегруз присмотрел не на стоянке, а около дома в жилом квартале, где его припарковал водитель. Но процесс кражи остановили правоохранители. Проезжавший мимо наряд департамента охраны обратил внимание на странную возню у большегруза и подъехал к машине. Застигнутый врасплох появлением правоохранителей, воришка даже не пытался скрыться с места преступления. После задержания молодой человек признался, что собирался использовать украденное топливо для заправки своей машины, на которой и приехал на место будущей кражи. В отношении 18-летнего аршанца возбуждено уголовное дело. Правоохранители проверяют, имел ли он отношение к аналогичным правонарушениям. Неосторожность при курении – основная причина пожаров, которые произошли на территории Витебской области. За минувшие выходные в огне погибли 2 человека – женщина в Витебске и мужчина в Докшинском районе. В областном центре на пожаре сотрудники МЧС спасли 43-летнего мужчину. Кроме того, горели бани, котельные, хозпостройки и гаражи. 30 мая около 8:30 вечера витебским спасателям поступило сообщение о пожаре по улице 5-я Пригородная. Горел дом. По прибытию к месту происшествия дом был задымлен. Спасателями внутри дома на кровати была обнаружена женщина без сознания. Бригадой скорой помощи была констатирована ее смерть. 31 мая в полдень поступило сообщение о пожаре в квартире по улице 2-я Биадуля в городе Витебске. По прибытии к месту происшествия спасатели наблюдали задымление из однокомнатной квартиры, расположенной на 9-м этаже дома. Внутри помещения был обнаружен хозяин квартиры 1977 года рождения, который с диагнозом отравления продуктами горения был госпитализирован в учреждении здравоохранения. Также спасатели разыскивали в лесу в Витебском районе 2 заблудившихся. 47-летний мужчина вместе с 19-летним сыном отправились на мотоцикле в лес и не смогли вернуться самостоятельно. По мобильному телефону обратились за помощью к спасателям. Мужчин нашли поздним вечером, медпомощь им не потребовалась.
В минувшие выходные стихия прошлась по территории Витебской области. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности синоптики объявили заранее. Всего в регионе за пару дней без света оказались 226 населенных пунктов и 26 ферм. Большая часть из них в Витебском, Полоцком и Глубокском районах. Витебские энергетики были готовы к такому повороту событий и организовали дополнительные дежурства оперативных ремонтных бригад. Поэтому электрообеспечение восстанавливали быстро, в среднем за полтора часа с момента аварии на линии. Всего в Витебской области в восстановительных работах были задействованы около сотни человек и не менее 20 единиц спецтехники. Энергетики справились. В целом по области у нас отключалось, еще раз скажу, 32 линии, значит, 500 КТП. Ну, за эти три дня 226 населенных пунктов, 26 ферм. Где-то мы подтягивали, значит, источники бесперебойного питания, чтобы потребители были светом. Где-то линию делили по частям, чтобы тоже, ну, потребитель был какой-то поменьше времени находился без света. Все потребители в основном где-то до полутора часов были запитаны. Отдельные потребители где-то до 4 часов доходило, это где труднопроходимая местность, где связано было восстановление проводов, снятие деревьев. Электрообеспечение во всех без исключения населенных пунктах было восстановлено в кратчайшие сроки. На этом, уважаемые телезрители, наша программа завершена. Я, ведущий Вадим Лопатинский и творческая бригада, говорим вам всего доброго. До встречи через неделю. Смотрите «Закон и порядок».